ярмарка специализированная, на ней представители предприятия порядка 3000 вакансий, 87 наименований. Минимальная заработная плата от 30 тысяч рублей и выше, там, 70 тысяч рублей представлены позиции. И позиций достаточно много, они действительно конкурентоспособные, интересные. И хочется отметить, что сегодня в рамках ярмарки впервые мы презентуем участников проекта «Займись делом». Это те участники, которые у нас в рамках программ служб занятости смогли начать собственное дело. И сегодня они рассказывают о своих товарах и услугах и рассказывают о том, как им помогла служба занятости стать предпринимателем. Также в рамках данной ярмарки впервые мы проводим скайп-интервью с представителями. Мы связались с представителями центров занятости на местах центра занятости в других районах, подобрали клиентов службы занятости, которым интересны позиции предприятия «Велистрой». И сейчас представитель предприятия проводит с ними скайп-интервью. Также хочется отметить, что помимо безработных Кингисеппской службы занятости, сегодня приехали безработные граждане из города Сланцев, Сланцевского района, Волосовского и Лужского. Ну, скажите, в таких рамках, как сейчас проходит ярмарка, как часто она проводится и планируются ли еще такие ярмарки? Да, это вообще традиционное мероприятие для службы занятости. Скажем так, у нас часто бывают и очень большие межрайонные ярмарки, и даже уже межрегиональных был опыт ярмарок. Поэтому мы это будем практиковать и будем вводить новые инструменты, интересные, которые мы есть запросы. Да, мы представляем рекламные площадки для молодых предпринимателей. И, собственно, будем сотрудничать и с другими представителями предприятий для того, чтобы граждане Ленинградской области смогли трудоустроиться. Скажите еще, может быть, что бы вы сказали тем людям, которые сейчас хотят стать на путь предпринимательства, и есть ли, ну, есть разные страхи, налоговые, там, другие проблемы, вот по вашему опыту, много ли людей сейчас идут в предпринимательство, это первое, и второе, что бы вы им пожелали, что бы сказали? Конечно, путь предпринимательства – это очень непростой путь. И я до этого вот сказала, да, что у нас появились молодые предприниматели, но молодые – это в данном случае в кавычках, потому что, по большому счету, это просто они как предприниматели вновь себя попробовали, открыли какие-то новые себе компетенции. Но, как можно увидеть, да, это люди достаточно зрелые. Конечно же, у них были страхи, были какие-то опасения по взаимодействию с налоговыми службами, о том, как сдавать налоговый учет, да, может быть, как правильно зарегистрироваться, как вести свое дело, как делать реализацию товара, как выстроить правильно маркетинг своего предприятия. Конечно же, служба занятости максимально открыта и готова помогать. И предоставлялась всевозможная информация и контакты других профильных комитетов, которые могут оказать поддержку, содействие начинающим предпринимателям. И, и мы будем работать над этой программой, чтобы она стала еще более расширенной. И предприниматели, те граждане, которые решили открыть свое дело, чувствовали себя комфортно, а мы максимально могли бы помогать по различным вопросам, которые у них возникали. То производство валенок, которое недавно открылось, насколько сложно было открыть, и те люди, которые хотят сейчас открыть какое-то свое новое дело, страхи оправдались или оправдываются страхи? То, что это очень сложно. Смотрите, главные сложности были с реализацией продукции, с тем, чтобы найти рынки сбыта и прямых поставщиков. Поэтому, если такие рынки есть, куда можно сбывать продукцию, то будет намного легче. Сложности, как правило, решаемы, потому что у этого молодого человека не было ничего, у него была просто голая инициатива, но он уже работает второй год и постепенно выходит на тот уровень, который позволяет развиваться и расширяться. То есть только терпение, силы, и тогда все получится преодолеть. Сергей Васильевич, скажите, вот вы представитель компании «Еврахим», и, как мы видим, надобность рабочих – это подрядчику «Велстрой».
значит, который будет строить завод у вас на территории. Можете как-то пояснить, какие нужны будут специальности и потребность рабочих, и какая перспектива для этих рабочих вообще? Наша задача — привлечь как можно больше населения местного к проекту. Да? Компания «Велистрой» — очень крупная компания, да, строила много объектов на территории России вообще в целом. Вот, и преимущественно рабочие, да, которые работают, они привлекаются среди местного населения. На данном этапе сейчас идут фундаментные работы, да, и необходимость в общей строительной работе. То есть рабочие обычные специальности, они сейчас востребованы на нашей площадке. Что касается будущего, да, то в ближайшее время, начиная с декабря, января месяца, начнется монтаж оборудования на площадке. И потребуются, соответственно, монтажники, сварщики, то есть те вот рабочие специальности, которые, в принципе, я думаю, наш город богат, и, соответственно, люди попадут на проект. Ну, в настоящий момент вот в этой ярмарке вакансий, да, у нас, которая проходит в компании «Велистрой» проводит, привлекаем как раз, вот создаем базу, да, будущих наших вакансий, которые будут работать на проекте. И, соответственно, работодатель в дальнейшем, да, будет отсматривать эту базу и привлекать людей, местное население на проект для людей необходимости в мере монтажа. А какое количество вообще рабочих предполагаете набрать? Ну, на период строительства вообще в целом, да, будет порядка 1,5-2 тысяч рабочих, да, соответственно, это пики строительства, пик монтажа оборудования. Ну, среди местного населения, я надеюсь, хотя бы половина, даже большая часть, наверное, из них будет, соответственно, на работе на проекте. Ну, а основные специальности, которые требуются? Ну, основные – это монтажник, нужно будет строители, монтажники, сварщики, электрики. То есть вот, те специальности, которые, в том числе, в колледже данного обучаются. Ну, а средняя зарплата вообще этих рабочих предполагается какая-то? Есть информация по средней зарплате, которую будут получать? Ну, больше об этом расскажет работодатель, да, конкретно «Велистрой». Я, честно говоря, затрудняюсь, но я так понимаю, что они как раз рассматривают и понимают, да, уровень цен в Несебском районе, уровень зарплат средний, и зарплаты будут соответствующие на, соответственно, при работе. К проекту предъявляются самые строгие требования технической надежности и экологической безопасности. На новом предприятии будет внедрена самая передовая и надежная технология производства аммиака Purifier компании KBR с низким уровнем энергопотребления. Благодаря водооборотной системе замкнутого цикла новое производство аммиака будет на 100% бессточным, что полностью исключит негативное воздействие на бассейн реки Луги и Финского залива. Более того, для водооборота будут использоваться сточные воды с предприятия «Фосфорит», что на более чем 70% снизит водосброс действующего в настоящее время предприятия. В рамках проекта предусмотрено строительство установки синтеза аммиака, склада жидкого аммиака, склада теплого аммиака, создание инфраструктуры и объектов логистики. На этапе строительства завода здесь будут заняты свыше 2000 специалистов и рабочих. Скажите, пожалуйста, вот вы являетесь главным подрядчиком Еврохима и будете строить завод новый на территории Еврохима, и вы сейчас набираете, вам нужно много рабочих, как я понимаю. Да, у нас 3000 человек будет работать в следующем году, то есть до 3000 человек. А можете сказать, а какая средняя зарплата вообще у рабочих предполагается? Порядка 40 тысяч рублей, но учитываем, что это режим 6-дневной рабочей недели. Я могу рассказать о компании. У нас компания «Велистрой» на сегодняшний день больше 15 тысяч человек насчитывает. Мы строим по всей стране, строим производственные объекты. Также есть и объекты гражданского строительства. Основной профиль – это нефтегазодобывающая отрасль, энергетика. Соответственно, здесь у нас проект по строительству аммиачного завода. Мы являемся субподрядчиком, соответственно, компании «Техимон». Работы здесь будут вестись 2 года. Максимум по численности будет до 3000 человек. Это пик в следующем году, в мае, июнь следующего года. Где-то организовано у вас
может быть, куда в любой другой день может прийти человек и... Конечно. Угу. Смотрите, во-первых, подбор у нас организуется центральным офисом в Москве, который расположен. Всегда можно обратиться по указанным здесь контактам в брошюре. Угу. Также у нас с октября месяца будет представитель на строительстве, именно ответственный за подбор персонала. Будет опубликован график, он будет принимать как на территории завода, мы на территории фосфорита строительство ведем. Также будет выездной прием в городе в общественные приемные компании Еврохим. График будет опубликован. Соответственно, все желающие смогут обращаться и будем рассматривать кандидатов. Ну а как, по вашему мнению, все-таки все люди будут с Кингисеппского района или все-таки вам придется конечно, еще? Конечно, мы будем привлекать. Это любое строительство у нас предполагает и привлечение местного населения максимально, где это возможно, и, соответственно, использование своих ресурсов, которые у нас работают на других строительных объектах. Компания строит в разных регионах одни объекты, высвобождаются, персонал перемещается на другие проекты. Ну, а подобные проекты у вас уже были в практике? То есть вы строили подобные заводы или какие-то серьезные такие объекты? Конечно, мы строим нефтеперекачивающие станции, строим линейную часть трубопроводов, строили горно-обогатительный комбинат. Компания ведет работы под ключ, начиная от проектирования, заканчивая сдачей в эксплуатацию. Объекты всевозможные. Самая сейчас уникальная стройка в стране, там фильм у нас демонстрируется, завод Ямал-СПГ. В мире таких объектов еще не строили. Это 160-тысячные резервуары по 160 тысяч кубометров каждый, суровые климатические условия. Объект уникальный в мире. Все жители Кингисеппского района, конечно, переживают о качестве строительства и о том, что это безопасность завода все-таки рядом с городом. Вот как вы думаете, их опасения могут быть? Или вот вы сам проект знаете хорошо? И что можете пояснить? Больше, конечно, также к техническим специалистам вопросы. Насколько я знаю, будут какие-то уникальные безотходные технологии использованы в этом производстве, исключающие какие-то выбросы в почву и в атмосферу. То есть суперсовременное оборудование, суперсовременные технологии. Стандартно, обязательно шестидневка, то есть шестидневка и у нас срочно ненормированный рабочий день. Шестой день это обязательно. То есть это никогда нужно, а у нас такой график работы. Конечно, если работу вы получите, мы больше на строителей ориентируемся, их развиваем уже там ПТО, контроль качества, на должности техников, а потом уже со временем переводим на инженеров, которые набираются.